Перед освобождением из колонии номер 24 к нам подошел офицер и предложил нам замминистры, по которой мы вышли в службу в рядах национальной гвардии. Зарплата 3000 гривен в месяц, плюс премия за каждого убитого сепаратиста. В случае отказа нам сказали, наша судьба будет неизвестна или расстрел. В случае соблюдения нам аннулируют полностью все наши судимости. Задача группы, в которой составили 47 человек, добраться до села Карабаха, Каменского района, мелкими группами. В ходе передвижения собрать информацию о размещении блокпостов, количестве сепаратистов и их вооружении.